12 солдат из военных частей Сочи, Краснодара, Лабинская, Армавира боролись за кубок и путевку на чемпионат регионального командования. Победа игроков шла не только в личный зачет, но и в копилку команды. Их на соревнованиях было 6. По итогам состязаний команда сочинской военной части номер 3662 заняла 3-е место, уступив краснодарцам и армавирцам. В личном первенстве тройку лидеров образовали также представители краевой столицы и Армавира. Призеры теперь поедут на военно-тренировочные сборы. Следующий турнир чемпионат регионального командования стартует в Ростове 15 февраля.